Вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І, як завжди, по понеділках ми присвячуємо наш ефір темі медицини. Сьогодні у нас в студії ми будемо спілкуватися з гостем Євгенія Боненкова, обласний позаштатний ефтизіатр. Вітаю вас, пані Євгенія. Спасибо, добрий день. Ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете ставити свої запитання. 76-92-42, телефон нашого прямого ефіру. Якщо є бажання приєднатися до нашої розмови, телефонуйте. Я нагадаю нашим глядачам, що ефтизіатрія – це розділ клінічної медицини, що займається вивченням, діагностикою, лікуванням та профілактикою туберкульозу. Зараз невеличкий відеосюжет на цю тему. Туберкульоз – поширене і нерідко смертельне інфекційне захворювання. Збудником туберкульозу є мікробактерія – туберкульозна паличка, відкрита німецьким ученим Кохом. Найчастіше бактерії уражують легені, також може розвиватися патологічний процес в інших органах і тканинах. Передається через повітря, коли люди з активним туберкульозом кашляють, чхають або іншим чином виділяють збудника у повітря. Приблизно кожна 10-та латентна інфекція прогресує до активної хвороби. Якщо туберкульоз не лікувати, він убиває більше 50% уражених людей. Класичними симптомами активної туберкульозної інфекції є хронічний кашель з кров'янистою мокротою, підвищення температури, нічною пітливістю і втратою ваги. Ураження інших органів демонструє широкий спектр симптомів. Лікування складне і вимагає прийому декількох видів антибіотиків протягом тривалого часу. Для попередження туберкульозу потрібно перевіряти людей на наявність хвороби та проводити вакцинацію. В даний час 95% хворих на туберкульоз повністю виліковуються, проте це захворювання надзвичайно небезпечне в сенсі інфікування здорових людей. Джерелом зараження є хвора людина. Південно-східні регіони України, в тому числі і Миколаївська область, відносяться до зон високого ризику захворювання на туберкульоз. В області, як і в цілому по Україні, відзначається зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей. У 2015 році захворіло 39 дітей. Питома вага дітей до 18 років від всіх випадків туберкульозу склала майже 5%. Дітей до 15 років – 2%. Це зумовлено зменшенням профілактичних заходів, а саме зменшенням туберкулінодіагностики – проби МАНТУ. Телефон прямого ефіру, я нагадаю, 76-92-42. Якщо вам є що запитати у нашого гостя, будь ласка, телефонуйте. Отже, пані Євгенія, зазвичай ми на тему туберкульозу говоримо в березні. Знаємо, що 24 березня відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Але хвороба настільки небезпечна і навіть підступна, що про неї треба говорити, ну, якщо не завжди, то періодично нагадувати і про лікування, і як не заразитися цією хворобою. На сьогоднішній день яка ситуація з розвитком цієї хвороби? Чи є збільшення за статистичними даними? І які тенденції зберігаються? Ну, если брать за результатами полгода и сравнивать с полгодом 2015 года, то практически у нас отмечается такая же динамика, и идет некоторая стабильность, но эта стабильность как бы легкая. Почему? Потому что до 23%, посчитали представители ВОЗ, у нас идет недовыявление туберкулеза по всей Украине. Если брать в абсолютных числах, у нас выявлено 404 больных за полугодие, за прошлый год это 830. Ну, а если брать за заболеваемость детей и подростков, вы только что слышали, что был рост 39 человек в прошлом году, за полугодие у нас заболеваемость 8. Это уменьшилась заболеваемость детей. В 2015-му пик был, да? Пик захворевности. Пик захворевности. Частично это было связано с тем, что очень много пациентов переходили на амбулаторные моменты лечения и бросали лечение. Продолжим нашу разговор. У нас есть телефонный звоночек. Будь ласка, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Доброго дня. Я хотел бы вопрос такой задать. Ну, вот раньше туберкулез, его даже излечивали, и меньше было, чем сейчас. А сейчас никогда не делают нигде прививки, ничего нету в аптеках. Это вот бешенство. Так в Николаеве и еще где-то сказали, нашли только эту сыворотку. Что же это такое творится? Куда же это упустили эту Украину по медикаментам? Дякую дуже за запитання. Так.
Значит, если брать по лечению туберкулеза, то медикаменты у нас есть на 100%, мы обеспечены лечением, но жизнь стоит не на определенном моменте, она развивается. Микобактерия туберкулеза, как и мир изменяется, и здоровье человека меняется, меняется его генофон, то меняется и микобактерия туберкулеза. Поэтому сейчас волна идет резистентных форм туберкулеза. Это значит, что к тем препаратам, которые долгое время использовали для лечения туберкулеза, микобактерия туберкулеза приобрела устойчивость. Эти препараты на нее не действуют. Поэтому это проблема не только Украины, это проблема всего мира. Рост мультирезистентных форм туберкулеза, устойчивый к основным противотуберкулезным препаратам. А мы встигаем закуповывать эти новые вакцины? Я вам скажу, что уже года три у нас идут стандарты лечения этих резистентных форм туберкулеза. И за когортным анализом 2014 года наша Николаевская область вышла на первое место по эффективности лечения мультирезистентных форм туберкулеза с показателем 75% излечения. Если брать в целом по Украине, то процесс излечения этого туберкулеза 37%. Это очень низкий процент, безусловно. И эта проблема ведет к тому, что ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой и направленной на исследование и формирование на рынку новых препаратов. Хочу сказать, что новые препараты синтезированы, есть, они уже в арсенале борьбы с туберкулезом, и сейчас в пилотные проекты, в том числе Киев, Киевская область, идут на этих новых схемах лечения, где лечение всего 9 месяцев лечения новыми препаратами. Это бедаквилин, деламонид. У нас эти препараты еще на Украину не внедрены, но планируется, что где-то в 2017 году будет уже использование этих новых, со второго полугодия будет использование и внедрение новых схем лечения в зависимости от того, как покажут результаты по пилотным областям. Главное, почему не хотят вводить эти препараты, потому что у нас еще очень много пациентов с низкой приверженностью к лечению, и есть еще перерывы в лечении. Не случайно, потому что 70% наших больных – это больных с малообеспеченной семьей, и из них 50% – это лица, которые несут асоциальные образы жизни, наркоманы, алкоголики. То есть сами хворые не желают лекуваться. Они не то, что не, они нам создают такой фонд перед Всемирной организацией здравоохранения, что медики просто боятся вводить эти новые препараты, потому что быстро разовьется устойчивость к этим препаратам, и лечить туберкулез станет вообще невозможно. Вы сказали, 23% не выявляются, да, згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що це за 23%? Чому не виявляється? Туберкулез по своей сути очень заболевание с хроническим течением. И первые симптомы, когда появляется слабость, утомляемость, потливость, люди просто не замечают и не исследуют себя. И вообще наши люди привыкли, что за свое здоровье отвечают медики, а не они сами. Везде в европейском... Продолжим зараз. У нас есть знов телефонный звонок. Будь ласка, мы вас слушаем. Скажите, пожалуйста... А вот эти все препараты, они платные и дорогие или нет? Дякую. Все препараты у нас противотуберкулезные, бесплатные, они недорогие. Это Министерство здравоохранения закупает препараты, частично они еще даются донорами, это глобальный фонд, Световой банк выступает в качестве донора и предоставляет препараты, именно дорогие препараты для лечения мультирезистентной формы туберкулеза бесплатно. Тобто, власне, за схемой, если человек стоит на облику, так, обов'язково бути на облику, она для лікування може отримати безкоштовно ці препарати. Безусловно, если выявляется человек с больной на туберкулез, он лечится бесплатно. Еще раз подчеркну, что это противотуберкулезные препараты. Вы згадали до телефонных звонков, что сейчас новации в лікуванні, амбулаторное лікування. Что это означает? Безусловно, что в условиях социально-экономического положения в стране, в условиях постоянной нехватки денег на все отрасли развития нашего хозяйства, и в том числе и медицины, медицина идет по европейскому пути, где экономически все подсчитывается. И целесообразно часть больных, которые не бациллярны, не представляют угрозу для окружающих, лечить амбулаторно в их привычном образе жизни.
и эффект от такого лечения значительно выше, чем эффект, когда все пациенты помещаются в облтубдиспансер. Ну и вторая – это стратегия уменьшения перекрестной инфекции в тубдиспансере, ведь там скапливаются люди с разной формой резистентности. И в результате мы получаем, что может быть обмен микобактериями, обмен инфекцией внутри диспансера. И поэтому жестко выстраивается инфекционный контроль. Это когда формируются палаты с одной резистентностью, когда больные перемещаются от одного отделения в другое, от одной палаты, если они перестали выделять микобактерии, в другую. И получается, что именно выполнение этих условий инфекционного контроля позволяет уменьшить вот эту внутреннюю инфицирование в больнице. Самым оптимальным является и недорогостоящим для государства является лечение на дому, когда уверено, что пациент не выделяет микобактерии туберкулеза, он лечится в специальных сформированных кабинетах с выделенными медсестрами, с выделенными врачами семейными, которые отвечают вблизи места своего проживания. Раніше вважали, що туберкульоз не така соціальна хвороба. Наскільки зараз змінилося таке ставлення і наскільки люди зараз, ну, таких благополучних верст населення можуть захворіти? Если брать по статистике, то большую часть, конечно, заболевают люди с низким уровнем достатка. Поэтому и считается, что это социальная болезнь, именно поэтому. Ну, это 71%. Но представьте себе, что в 20 с чем-то процентов приходят люди совершенно, ну, значимые для государства. И богатый человек тоже может заразиться микобактерией туберкулеза, потому что она, передача идет воздушно-капельной инфекция воздушно-капельным путем. Поэтому от заболевания туберкулеза не застрахован никто. Це кашель, чихання, да? Это основные симптомы, когда вы увидели, увидели в фильме, да, это воздушно-капельный путь передачи, существует такая дистанция, которая является безопасной для окружающих, и в зависимости от того, какие меры с человеком, допустим, он говорит, он кашляет, он чихает, эта дистанция различна, но в принципе это метр-полтора, да, если человек чихает и кашляет. Но если мы говорим о том, что своим больным мы прививаем культуру чихания, кашля. Они должны знать, что гигиена кашля заключается в том, что он кашляет не на человека, а кашляет в сторону, в противоположную или еще вниз, вот, тем самым уменьшая риск заражения других окружающих. Ну, идеальной является ношение маски, поэтому маска предохраняет вот эту дистанцию разбрызгивания, и по нормам инфекционного контроля человек, который заболевает, он надевает маску, предохраняя окружающих от инфицирования. Телефон нашого прямого ефіру 76-92-42. Приєднуйтесь до нашої розмови. Стосовно динаміки і виявлення захворюваності по районах, чи є якась різниця одного району з іншим? Ну, звісно. Вот, з чим це пов'язано? Ну, это связано с организацией выявления. Если в районе не работал передвижной флюорограф, все случаи выявления возникают в результате обращения. И мы имеем, что люди обращаются, все практически с выделением микобактерий туберкулеза, потому что есть уже симптомы, и все уже с большими распространенными процессами в легочной ткани. Организация флюоросмотров и прохождение своевременно флюоросмотра ежегодно в связи с эпидемией туберкулеза позволяет выявить туберкулез на раннем этапе, когда человек еще не выделяет микобактерии туберкулеза, у него нет распространенного процесса, а процесс ограниченный. Это влечет амбулаторное лечение, как мы говорили, это влечет и практически успех к лечению 100% у таких людей. Это люди, выявленные при профосмотре, бессимптомно. До речи, а сегодня можно говорить про эпидемию? Эпидемия на Украине с 95-го года, ее не снимают. Даже если показатели уменьшаются, и ежегодно уменьшение идет по Украине на 3%, и в нашей области за прошлый год мы уменьшили по сравнению с 2014 годом на 3,6%, но эпидемия не снимается, потому что есть недовыявление. Збільшення захворюваності у дітей с чем повязано? Чи можна пов'язати з відсутністю вакцин? Вы знаете,
Ну, если мы будем говорить о вакцинации, то сама вакцинация не предотвращает от заболевания. Да, это таки выявление это. Нет, сама вакцинация, она предотвращает от генерализованных форм туберкулеза. Важным в защите детей является минимализация контакта с туберкулезным больным. Если брать заболеваемость, пик заболеваемости в 2015 году, то практически каждый второй был выявлен из семей, где есть больные. Поэтому в 2016 году весной мы уже полностью перешли на работу с контактными, именно с мультирезистентных очагов. Это у нас сейчас вводится даже пилотный проект под международной организацией, которая работает. Мы сейчас ездим по районам, заходим в контактные семьи. Пані Евгенія, перепрошую, контакты. Є телефонний дзвіночок, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрый день. Добрый день. Я хотела задать такой вопрос. Вот я живу в селе, но село есть село. Почему-то в тайне хранится, кто у нас туберкулезно больной. Но село есть село, и мы знаем, в основном вот пьющие люди или наркоманы, и мы некоторые знаем, что не больные. Но они почему-то свободно гуляют, собираются в одном и том же месте над дорогой, сидят, плюются там без конца. И дети мимо этого места проходят, идут в школу. Как же быть с этими? Почему они не лечатся и ходят свободно? Зрозуміло ваше запитання, так. Это очень большая наша проблема, именно обследование и установление из социальных групп риска. Это лица, которые не имеют места жительства, это алкоголики, лица с алкоголизмом, с наркоманией. Законодательство несовершенно. Мы можем привлекать к принудительному лечению, принудительной госпитализации по суду только тех, что мы знаем, если это человек бактериовыделитель. А для этого его нужно обследовать. Він навмисно це робить, так? Чи це довести не можна? Нет, это надо его обследовать. Если он бактериовыделитель и не хочет лечиться, то наши законы на стороне того, чтобы мы подали документы в суд на его принудительное лечение, принудительную госпитализацию. Если пациент, допустим, даже ушел из нашего диспансера, то мы подаем на повторно в суд, на то, чтобы продолжить его госпитализацию. То есть тем самым мы как бы добровольно принуждаем пациента все-таки лечиться. Если пациент не обследованный, то к такому пациенту мы не можем никаких мер привести, потому что мы его не обследовали, не знаем. Может, он кашляет, что у него бронхит хронический или какие-то другие легочные заболевания. Тобто підстав немає робити. Да, да, да. Законодательство в этом плане. Жінка стурбована, що їм оточуючим людям робити, аби не захворіти, наскільки я зрозуміла, з телефонного дзвінка є стурбованість. Ну, первое, конечно, мы говорим о том, что заражение идет через больного человека, который кашляет на определенном расстоянии, вы находитесь с этим человеком. Значит, первое – это практически не контактировать с такими людьми, не заходить в закрытые помещения, потому что на простом воздухе, на открытом, где микобактерии, нет такого удара микобактерии волнового при движении воздуха, заболеть практически невозможно. Слушаем еще телефонный звонок, будь ласка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сколько процентов заболевания туберкулеза в Николаеве и Николаевской области? Туберкулез не измеряется в процентах. Процентных по отношению к чему? Если мы говорим, то я сказала, что это у нас заболевают в области за прошлый год 803 в течение года. Это в абсолютных числах. Если мы говорим показатели, он измеряется на 100 тысяч. Это 69 случаев на 100 тысяч населения. Это достаточно много. Да, но тем не менее мы были на втором месте в 2004-м и многие годы занимали второе место после Херсонской области. Сейчас мы по уровню с высокой заболеваемостью перешли на шестое место. Это благодаря тем мероприятиям, которые внедрены в область и областной программе, которая финансируется и действует у нас. Всі ці програми не були б можливі, якби не було кадрів. Забезпечення з кадрами, як сьогодні, і в Миколаєві, і в районах. Если брать, то, конечно же, туберкулез, помощь, противотуберкулезная помощь, мы видим, что она растягивается, она внедряется и на у семейного врача, она внедряется в первый уровень, который медико-социальный уровень, на ФАПы, амбулатории. То если говорить, то, конечно же, кадров не хватает. Не хватает семейных врачей. Если говорить за фтизиатров, фтизиатры, там другая проблема. Пришли молодые фтизиатры с очень маленьким
опытом работы. И тем не менее, все вопросы по туберкулезу мы решаем. Если нет специалиста, его заменяет другой специалист. То есть в этом плане, что помощь оказывается на определенном нормальном уровне. Вы зазначили, что існує всеукраинская областная программа, так? Боротьба с туберкулезом. Да, безусловно. Скільки вона фінансується, чи достатні ці заходи? Ну, всеукраинская программа в основном связана с нашей областью, это централизованные поставки медикаментов. Централизованные поставки медикаментов, если даже осуществляются какие-то проблемы с перебоем с поставками, то покрывает частично, это Световой банк, глобальный фонд, препараты второго ряда, более дорогостоящие, и в этом плане 100%. Если брать обследование, это тесты лабораторные, то практически тоже область обеспечена на 100%. Сформирована такая социальная структура, державная социальная структура, это центр противодействия захворюваний, он находится в Киеве, где штат этого центра постоянно мониторирует ситуацию, если есть какие-то проблемы, выходят на этот центр, и он перераспределяет медикаменты, перераспределяет тесты, помогает области. Все ж таки вакцин не вистачає. Так, ми знаємо, що діткам маленьким роблять буквально з другого дня, так, з перших днів вакцинацію. Да. Дорослим також необхідні ці вакцини. Що робити? Вакцина необходима только детям. Взрослым никто не делает. Вакцину делают детям и ревакцинацию проводят в 7 лет. Это почему? Потому что потом взрослое население практически все сталкивается с микобактерией туберкулеза и многие инфицируются. Уже есть свой иммунный ответ. Вакцину делают ребенку, который практически рождается со стерильным иммунитетом для того, чтобы выработать этот иммунитет. Если нет вакцины, все-таки это явление временное. Мы даже видим, что за полгода нет вакцин, но никто не заболел из деток, то нужно все меры предотвратить, все меры к тому, чтобы дождаться вакцину и чтобы этот детский организм не встретился с больным человеком. То есть маленького ребенка ограждают от соседей, ограждают от неизвестных лиц, в основном это свой круг людей. Но вакцину мы ждем. Я думаю, что все-таки к концу года будет поставлена вакцина. У нас залишається буквально кілька хвилин. Поради, основні поради для наших глядачів, як не захворіти. І все ж таки профілактика, ще раз профілактика. На що звернути увагу? Первое, конечно, на эпидситуацию мы говорим не только о заболеваемости, но и о смертности. И смертность это тоже уменьшается в Николаевской области. Но область имеет свои особенности по ВИЧ-инфекции. Люди, у которых сниженный иммунитет, ВИЧ-инфицированные, практически каждый пятый инфицируется микобактерией туберкулеза. Мы имеем 26% среди всех заболевших и контингента лиц ВИЧ-ТБ. Это ВИЧ и туберкулез, которых очень сложно лечить и большую смертность среди именно этого контингента. Поэтому все дело в руках людей. Каждый человек должен знать на предмет своего иммунитета, ВИЧ-статуса, и если у него уже выявляется снижение иммунитета, он должен все сделать, чтобы поднять и укрепить свой иммунитет. Это и качественное питание, это и чередование труда и отдыха, физические и психологические нагрузки, и, конечно же, праведный образ жизни. Исключение тех вредных факторов, которые снижают иммунитет. Прежде всего, курение. Да? Вот с этими проблемами нужно обязательно бороться. И у каждого семейного врача есть анкета, скрининговая анкета для самоконтроля, при котором каждый житель нашей области может по этим симптомам, там буквально ответы, я все специально взяла к себе, там ответы, допустим, если у вас кашель больше двух недель и такой проблем. Если набираются определенное количество «да», то этот человек должен пройти обязательное обследование на туберкулез. И оснащение сейчас у нас такое, в облтубдиспансере вы знаете, что есть даже генномолекулярные исследования, которые показывают ДНК микобактерий. Очень такой надежный и очень тонкий метод исследования. Поэтому он сейчас, он дорогостоящий. Мы используем его для ВИЧ-инфицированных, для детей с контактов, особенно с мультирезистентных очагов. Поэтому мы, вся фтизиатрическая служба говорит, не ждите.
самоконтролируйте свое здоровье, укрепляйте свой иммунитет. И если у вас есть какие-то проблемы, подозрения, обращайтесь и проходите полный спектр обследования. Потому что чем дольше, тем хуже мы будем лечить и меньше эффект. Дуже дякую за корисну цікаву розмову. Це була програма «Це вас хвилює». Ми говорили на тему туберкульозу, лікування, діагностики і профілактики. Будьте здорові, на все добре.